Всем привет, мои дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Сан Фокс. И на днях ко мне пришли вот такие две интересные посылочки. И как вы уже по названию догадались, сегодня я буду делать обзор на двух лизунов. Точнее, на трех. На два вида лизунов. Клавиатурный и слизь. Ну что ж, мы начинаем. Первый у нас выходит клавиатурный лизун. Ну что ж, давайте откроем. У меня что-то гремит все за окном. Салют. Вот такой у нас лизун. Сейчас я вам покажу, как он будет действовать на клавиатуру. Он вот так вот тянется прикольно. Смотрите. Сейчас. Мои попугаи испугались. Надо бояться салюта. Вот так, смотрите. Я помню, он растягивался. Вот так он тянется, смотрите. Так. А если его резко тянуть, то он порвется. Вот так, видите? Вот такой прикольный лизун. Сейчас я покажу, как он растекается по клавиатуре. Вот, короче, мой ноутбук. Сейчас я его положу, и он будет растекаться. Вот так вот его чуть-чуть поднажать можно. Вот так он растекается и тем самым чистит клавиатуру. Как видите, я уже почистила клавиатуру. Немного. Вот. И тут пылинки остаются. Вот такая полезная штучка у нас была. Теперь приступаем к тем лизунам. Вот этот прикольненький мы кладем в коробочку, в контейнер. Чтобы он там сохранялся. Чтобы он там не засох. И закрываем. Теперь приступаем к тем лизунам. Они пришли вот в таких прикольных бочках. Сейчас я открою их. Вот одна. И вот вторая. Я предварительно уже чуть-чуть открыла. И вот смотрите. Вот такие вот жидкие типа сопли. Такая, смотрите, штука. Можете их заказать на AliExpress. Ссылка, наверное, будет в описании. Вот так вот они растекаются. Один и второй. Вот этого, мне кажется, больше. Вот так. Они еще могут разрываться. Вот так. Они, наверное, непригодны для очистки, но... Все равно они затягивают в себя пыль. Вот так вот их можно разделить, и потом они соединятся в одну массу. Что с одним можно сделать, и это же можно сделать со вторым. Они не тянутся, они сразу же разрываются. Смотрите, как они растекаются. Наш обзор подходит к концу. Сейчас я положу эти лизуны тоже в баночки, в бочки, чтобы они не засыхали. Это тоже как специальные контейнеры к ним. Скоро я сделаю обзор на 3000 шариков Orbis. Они ко мне скоро придут. Я их заберу. Вот такой у нас был обзорчик. На этом наш выпуск заканчивается. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем пока-пока и удачи. С вами был я, Сан Фокс.